Твери продолжаются инспекционные выезды по объектам национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Качество ремонтных работ проверяют специалисты Департамента дорожного хозяйства, администрации города, депутаты и представители общественности. На этот раз дорожный контроль побывал на улице Крылова в центральном районе Твери и на улице Набережная реки Иртыша в Заволжье. Эта дорога ремонтировалась ежегодно, но ремонт носил фрагментарный характер. Латались только аварийно опасные участки. Сейчас покрытие меняет полностью. Председатель ТСЖ дома номер 26 по улице Андрея Дементьева Давид Блицман сам когда-то занимался дорожным строительством. Поэтому оценить качество ремонтных работ он может с профессиональной точки зрения. Теперь делается крупнозернистый асфальт, на мой взгляд, теперь делается качественная работа. Подложка, асфальт, сточное регулирование сточных вод идет. На мой взгляд, делается так, как надо. Те, кто ходит своими ногами, они видят некоторые мелочи, которые при больших объемах подрядчик или те, кто принимает в администрации, могут просто не заметить. Общественники обратили внимание представителей комиссии на замену элементов конструкции канализационных люков и гидроизоляцию первых этажей. Все предложения оперативно передаются подрядчику и устраняются. На всех объектах, независимо от видов строительства, мы формируем такие рабочие группы, контрольные группы вместе с жителями, выходим и в процессе строительства инспектируем тот или иной объект. Вот этот формат коммуникации – это самое надежное взаимодействие, самое эффективное взаимодействие, потому что люди знают своего депутата, депутаты постоянно на контакте с жителями, и, соответственно, учет мнения жителей происходит максимально быстро. На пересечении улиц Крылова и Дементьева выполнена замена асфальтобетонного покрытия. Сотрудники МУБЖЭК восстановили здесь более 500 метров линий ливневой канализации. В настоящее время на объекте идет устройство тротуаров. Что касается улицы Крылова, сейчас у нас остается часть мероприятия – это устройство тротуаров. Дальше подрядчик уже перейдет на улицу Дементьева, где также у нас запланирован ремонт существующих тротуаров с устройством доступной среды для маломобильных граждан. А вот на набережной реки Иртыша работы уже завершены. Жители домов, расположенных рядом, результатом довольны. Здесь нельзя было ездить. Рытвины, ухабы. А теперь ровная дорога стала. Собирали собрание по поводу дорог. Ходили в администрацию. Ну а теперь вот сделали. Качественные дороги – это не только место, где можно пройти, прогуляться, проехаться, но это напрямую важно для меня, как для врача. Это доезд скорой помощи, да, это именно время доезда до тяжелых больных. Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать 70 объектов уличной дорожной сети. 45% от их количества близится к завершению.